На телеканале «Беларусь 3» калейдоскоп культурных мероприемств и исторических фактов. Витаю вас сегодня, 17 листопада. Спынимся на наиболее интересных событиях этой календарной даты. И одразу отзначу, сегодня день надзвичай богатый на святые отметности. Так, 17 листопада позначены у календары как Международный день студента. Віншуем со святом навученцев ВНУ и среднеспециальных установ. Сегодня ж Международный день отмовы от курения. Раем подтримать. Сусветный день философии так само припав на 17 листопада, как и День обороны черных котов у Италии. А зараз, власно, про подей дня. Щемливая и пронизливая, сумная и веселая история простой семьи разгорнется сегодня на вачах глядачов. Белорусский державный молодежный театр подарит глядачам премьеру спектакля «Саня, Ваня, Зими, Рымас». Усе у Минск. До нас едет молодая кроу сучасного якостного русскомовного саунда. Меджикул, а минавито так называются питерские фанк-дисканья сол-каубои. Это сучасное сполучение разных жанров, лепших традиций минулого стагодия и сучасных мотивов. И крыху абсурдные тексты. Меджикул обещает завести минских фанатов с первой ноты и не отпускать от себе, навод после концерта, який, до речи, отбудется у столицы сегодня. Премьера дня. От академичного ансамбля для песни и танцев Збройных сил Республики Беларусь. Один из самых популярных и оригинальных музычных коллективов Украины у концертной зале Центрального дома офицеров презентует программу «Усё, что было». Слых меломанов потешат мелодии и песни сусветного кинематографа, полымянная инструментальная музыка, будут и танцы в сучасных ритмах. Еще один концерт, не совсем правда звычайный, але на диво щемливый и светлый, отбудется сегодня у Купаловском театре. Это будет спектакль-концерт про другую сусветную войну, и не только про яе. Вельтмайстер аккордеон, так он называется. И у нас есть махчимость доведаться про его крыху болей. У репертуары гэтага театра «Война» займае асаблівае месца. Ці не таму кожная з песень, што склалі новы спектакль-канцэрт тэатра імя Янкі Купалы «Вельтмайстер аккордеон» па творах паэта і кампазітара Марка Мермана асаблівы спектакль. Фрагменты могут быть сыры верёвочкой завей. На штандартах галеры и цифры и палево. Другая сусветная на купаловской сцене – гэта не стрельба и боль, але некалькі гадоў з гісторыі краін ад Еўропы да Афрыкі і культавыя героі свайго часу. Ніхто з артыстаў-выканаўцаў не бачыў вайну на ўласныя вочы, а герояў, пра якіх распавядае са сцэны, ведае па хроніцы і кінафільмам. Але кожны пражывае сваю ролю так, быццам прайшоў крывавымі шляхамі ўсю другую сусветную. У кароткіх перапынках паміж баямі узгадваў мірнае жыццё пад гучанне вернага акардэона. Відавочна тэатральнае жыццё ў сталіцы вельмі актыўнае і насычанае, а наш кінагід зверне ўвагу на найбольш цікавыя фільмы, якія пазначаны на афішах кінатэатраў. Потэ-раманы ўсяго свету перачытваюць эпапею Роўлінг і нервова ўзгадваюць любімыя заклінанні, бо сёння ў пракат выходзіць фантастычныя істоты і дзе яны жывуць. Открывая новый раздел магичного свету чаровник и письменник Ньют Скамандер, пригоды якого отбываются за 70 год до хлопчика, який выжил. У головных ролях оскароносный Эдди Рейдман, Джонни Депп и Колин Фаррелл. Тому питание про поспяховость картины, зрозумело, риторичное. Покуль вы чакаете лист с Хогвартсу, на великие экраны выходит «Дама Пик», еще одна версия самого мистичного твора Пушкина. История про апантанность разгортывается на сучасной театральной сцене, где есть борьба, конкуренция и только одна жаданная роль. Саундтреки до фильма – музыка Чайковского у выконании солистов Великого театра. И коли вам не придется до сподобы экранизации Паула Лунгина, можно послухать партию Германа и его тройку-семерку «Туз». Настойливо раем вам наведать сегодня драматичный театр белорусской армии. И на то и две причины. Первая – тут и трупа талиновитая, и спектакли завсёды цікавые. Другая – сегодня тут еще и премьера.
Собрать аншлаг творчий коллектив, различивая показом спектакля по пьесе Рыгора Горина «Чума на ободва ваши дамы». Мяркую, у талиновитых людей задуманное талиновитым и отрымается. Шматлюдно было у Гомельским литературно-мастацким салоне «Сустреча на замковой». Публика собралась тут с нагоды творчей вечерины поэтессы Галины Роговой. Зазернем у салон и мы. Сябра літературнага аб'яднання «Пралеска», лаўрэат конкурсу імя Кірылы Турыўскага, аўтар шматлікіх публікацый у перыядычных выданнях і калектыўных зборніках. Паэт і перакладчык Галіна Рагавая сустрэлася з чытачамі Гомельскай цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Герцана. Падчас творчага вечару яна прэзентавала адразу тры свае кнігі – «Роздум», «Залатыя сходні» і «Час перад святам». Гэтыя паэтычныя зборнікі – своеасаблівая споведь жаночай душы пра тое, што кранае і хвалюе, засцерагае і вядзе па жыцці. Усе вершы Галіны Рагавой прасякнуты любоўю да роднай зямлі, прыроды і блізкіх людзей. Мы дакладна не ведаем, ці піша вершы Наталля Яўглеўская, але абсалютна перакананая ў іншым яе таленце. Наталля – мастак-кераміст. Юбілейная выстава – пэўна веха яе творчай дзейнасці. У Рэспубліканскай мастацкай галерэі можна пазнаёміцца з яе работамі да 20 лістапада. Патрабаваць у спецыялістаў дакладнага адказу, калі завершыцца работа па каталагізацыі яўрэйскіх могілак у вёсцы Расна Дрыбінскага раёна, некарэктна. Безумоўна, некалі яна будзе паспяхова скончана. А пакуль даведаемся, як ідзе работа і што ўжо зроблена. Яўрэйскія могілкі ў вёсцы Расна Дрыбінскага раёна – унікальная знаходка як для географаў, так і для гісторыкаў. Гэтыя 400 камянёў захоўваюць некранутымі звесткі з 600-гадовай вытрымкай. История Рясны очень древняя, и меня впечатлило то, что здесь когда-то сошлись три конфессии. Здесь были иудеи, здесь были католики, здесь были православные. Все жили в мире и согласии. Я одна с учениками бродила по этому кладбищу, и мне казалось, что вряд ли найдутся люди, которые могут прийти и прочесть надписи на иврите. И когда мне предложили в этом поучаствовать, то я была просто в восторге от того, что узнать имена тех, кто здесь когда-то жил, потому что это часть нашей истории. Когда идешь возле дороги, их не видно практически. Когда заходишь в лес, их тут больше 400. Это очень впечатляет. Были камни, много камней мы очищали. Некоторые камни были большие, даже очень. Некоторые меньше, некоторые уходили в землю. Больше удивляли те камни, которые были очень большие. С 2013 года архивисты, эпиграфисты адаптовали записи из камянёв. Проект атрымаў назву «Вузел жыцця». Ён пэўным чынам замяняе знішчаныя архівы і дае хаця б мінімальную інфармацыю пра жыццяпіс людзей гэтага рэгіёна. Нету потомков тех, кто захоронен там. И даже те немногие, кто уцелели в волнах войны, войн, репрессий и всех катаклизмов 20 века, по большей части, к сожалению, проживают не в Беларуси. Иногда, например, мы читаем о том, что похороненный здесь 40 лет учился. Да? Или мы по картинке можем определить, что здесь похоронена женщина, у которой было четверо детей. Или мы находим могилу о том, что эти люди погибли не своей смертью, и понимаем, что погибли они от военных действий. Такие каталоги допомагают найти родных, знакомых, и просто доведаться про незвычайные эпизоды могилевского еврейства. І зноў Мінск, і зноў падзея, дзеля якой прыхільнікі фартэпіяннай музыкі, мы ўпэўненыя, адкінуць усе справы, адменяць сустрэчы, забудуцца на будзённыя клопаты. Сёння ўвечары ў зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі выступае сусветна знакаміты піяніст, адзіны беларус, які граў у Карнегі-хол, Юры Блінов. Музыкант валодае фенаменальна вялікім рэпертуарам. У яго багажы больш за 30 сольных праграм усіх стыляў фартэпіяннай музыкі. Таксама 35 канцэртаў для фартэпіяна з аркестрам. Сёнішняя праграма Юрыя Блінова называецца «Усе санаты Сергея Пракоф'ева». А ў беларускім тэатры «Лялька», нагадаю, установа «Гонар Віцебска», ушаноўвалі мастацкага кіраўніка Віктара Клімчука. І нагода выдатная. Заслужанаму дзеячу мастацтва ў Рэспублікі Беларусь 70. Побываем на юбілеі і мы. Заслужаны дзеяч мастацтва, мастацкі кіраўнік тэатра «Лялька» Віктар Клімчук адзначыў 70-гадовы юбілей. Менавіта яму належыць галоўная роля ў стварэнні прафесійнага тэатра «Лялек» у Віцебску.
30 год тому режиссера мало кто ведал и воспринимал всерьез. Однако Виктор Игнатович с выпускниками мясцового училища мастерства организовал самостойный лялечный театр. Первым спектаклем стал «Дед и журавель» по пьесе Вольского, яко сыграли 20 красавика 1986 года. С того часу этот день значится как день народжения ляльки. А Виктор Климчук отримал повагу у профессионалов и пошану у глядачов. Если взять, посмотреть на свой путь, мне кажется, я бы ничего в нем бы не изменил. Все бы оставили так. Может быть, какие-то моменты, просто мало-мало-мало. Но, в принципе, вот стержневой путь я бы шел именно таким путем, именно работаю в театре, именно в театре кукол, не хочу в другие театры. Именно вот так, как я прожил свою жизнь. У скарбонцы ляльки 5 гран-при престижных международных фестивалей, шматлякие дипломы и призы, а у зале театра завсёды аншлаг. Так было и у день урочистостей. Повиншовать майстра пришли и коллеги, и шматлякие прихильники его таленту. Час узгадать славутых особ, якія нарадзіліся гэтым лістападаўскім днём у розныя гады. 188 гадоў таму на свет з'явіўся калекцыянер нумізмат Эмерык Чапскі. Ён заснаваў Станькаўскі музей Чапскага, дзе зберагаліся манеты, медалі, зброя, творы мастацтва, гістарычныя дакументы і кнігі. Яго працы былі адзначаны вялікім срэбраным медалём рускага археалагічнага таварыства. Сёння дзень нараджэння адзначае Вячаслаў Шчэрбін, мовазнаўца, даследчык агульнай і беларускай лексікаграфіі, сацыялінгвістыкі, функцыянальнай граматыкі і навуказнаўства. Вячаслаў Канстанцінавіч – адзін са стваральнікаў унікальнай энцыклапедыі «Беларуская мова». Ён – аўтар больш 400 навуковых прац, саўтар шэрагу калектыўных манаграфій, вялікай колькасці энцыклапедычнай і даведачнай літаратуры. Віншуем навукоўца з днём нараджэння. Вяртаемся да падзей дня. У адным з самых прагрэсіўных кінатэатраў сталіцы «Ракета» гэтымі днямі ладзіцца фестываль фільмаў пра музыку і новую культуру «Beat Weekend». Якімі плануюцца быць фестывальныя мерапрыемствы, даведаемся ад саміх арганізатараў. Гера, здравствуйте. Проект «Синемаскоп» снова радует. И на этот раз не только синефилов, но и меломанов. Сегодня вы представляете фестиваль фильмов о музыке и новой культуре «Beat Weekend». Это региональная версия достаточно популярного фестиваля фильмов о музыке и новой культуре, и проходит он в Минске уже во второй раз. Как и с какой целью возникла идея создания «Beat Weekend»? Возникло у наших московских хороших знакомых. Они занимаются прокатом документального кино, прокатом музыкального кино. И они уже несколько лет в Москве проводили этот фестиваль. И преддверием этого фестиваля является фестиваль большой, который проходит весной в современной музыке, современной культуре. Те фильмы, которые пользуются наибольшей популярностью, они собирают в такую небольшую группу, делают повторку осенью и предложили нам поучаствовать в этом проекте. Мы с радостью согласились. В этом фестивале есть свои преимущества. Первое – то, что фильмы показываются только один раз, и их практически невозможно найти в интернете, или в переводе, или без перевода даже. Поэтому всегда найдется свой зритель, и будет свой интерес. А есть ли среди представленных фильмов те, что снимаются с прицелом на «Beat Weekend»? Или все же программа собирается с других кинофорумов? Программа собирается с других кинофорумов, это фестивали, это в основном фестивальное кино, посвященное музыке. Есть некоторые фильмы, которые были представлены на Берлинском фестивале, я не имею в виду, что именно в этом «Beat Weekend». Есть фильмы, которые имеют уже какое-то свое историческое значение, как фильм о Дэвиде Боуи. Достаточно старый, но он вошел в программу, чтобы дополнить целостность остальной кинопрограммы. «Beat Weekend» обозначен как фестиваль фильмов о музыке и новой культуре. А какова в целом его палитра? Изначально он задумался как фестиваль именно о музыке. Но потом как бы пришли к выводу, что, наверное, надо расширять границы. И в прошлом году, например, был документальный фильм, посвященный Берлозу. К музыке это никак не относится. Все-таки, но как новая культура тоже достаточно относительно все-таки середины прошлого века. Но это этапный человек, этапная культура, которая, наверное, имеет отголоски и в 21 веке. И поэтому нам было интересно. Фестиваль проходит в Минске во второй раз. А каким был зрительский интерес к нему в прошлом году? И оправдал ли он ваши надежды как организаторов? Честно говоря, мы очень боялись. Потому что взять кинотеатр, и где, в общем-то, практически 250 мест, и показывать документальное кино, ну, вообще достаточно такой рискованный вариант. И многие говорили, что мы практически будем работать на пустые залы. Но мы рискнули, и, как показала практика, мы не ошиблись, да. Чем замечателен каждый из представленных на «Beat Weekend» фильмов? Наверное, замечателен тем, что это какой-то определенный срез культуры.
не средств массовой культуры, а вот такой, может быть, немножко андеграундной культуры, как и гип-поп, и Дэвид Боуи, как и Плейсбол. Это все массовая культура, которая интересует какое-то определенное поколение людей, которые считают себя эстетами, да. Гера, спасибо вам большое за интересную беседу и желаем зрителям новых проектов от CinemaScoop. И на этом все. Калейдоскоп новин культуры можно глядеть не только в эфире, але и на нашем YouTube-канале в интернете. До встречи!